Дорога на улице Белякова долгие годы вызывает у рязанцев неприятные ощущения. Здесь ямы зачастую приходится объезжать по обочине. Как говорят жители и гости района Дягилева, они пробовали обращаться в различные инстанции. Однако ремонта дороги до сих пор не могут дождаться. Вы знаете, я здесь не живу, но я здесь работаю. Приходится ездить с города сюда. Вот, невозможно проехать в этом направлении. Одни вот сплошные, вот посмотрите, одни сплошные ямы. Сначала были маленькие ямы, потом, естественно, они от воды все разбухли и все разрослись. Люди, проезжающие по этой дороге, уверены, что асфальтовое покрытие испортилось, потому что по нему часто проезжают грузовые машины. Многие граждане говорят о том, что были бы рады, если бы на этом участке асфальт просто срезали. В ежегодном ямочном ремонте люди разочаровались. Срезали бы хотя бы просто асфальт, чтобы было просто... не было ничего. Потому что каждый год дороги вот такие вот происходят, и ямы у нас, и вода тут постоянно. Тут просто военная часть, и проезжают грузовики. То есть, как бы, ну, могли бы сделать чуть-чуть побольше слой положить. У нас это происходит здесь постоянно. Вот эта дорога, то, что вы разбиты, ремонтируют только когда происходит соревнование летное. Отремонтируют ямочный ремонт, и все на этом. А так, сами видите, прошел, сошел снег, сошел асфальт, как и везде по городу Рязани. Кроме этого, люди отметили, что подобное дорожное покрытие может навредить их имуществу. Не все автомобили способны перенести такие ямы. Одновременно с этим граждане надеются, что на их проблему обратят внимание. Они хотят, чтобы одну из центральных улиц военного городка Дягилева привели в надлежащий вид.